Курсанты авиационного центра на тренажерах борются с огненной стихией. Перед экранами мониторов они пробуют своевременно обнаружить возгорание, при этом должны заметить его при любой погоде и на любой местности. Им необходимо рассчитать маршрут, пролететь по нему, обнаружить условный лесной пожар и определить степень опасности. Но чтобы стать самостоятельным летчиком-наблюдателем, курсанты должны пройти не только теорию и практику на тренажерах, но и отработать не менее 40 часов в настоящем полете. Только потом их ждет ответственная работа.